как вот здесь вот эти, эта церковь идет, вот посмотрите, какие вот эти тоже здесь странные эти, как это по-итальянски называется, суппорты, поддержки, видите, какие? И вот смотрите, вот там вот, да, вот эти вот, смотрите, какие мощные эти. Видите, какие поддержки, да, суки? И тоже дырки, да, нормально. И вот под крышей тоже наши линии. И дырки везде, посмотрите, я вам покажу вам дырки везде. Абсолютно это не для облицовки. Ну не спрашивайте, для чего. Смотрите, часы везде тоже, да? Интересно, часы везде тоже. Там восьмоугольник, кстати, этот. Вот. Не знаю, для чего, потому маленькие такие отверстия, видите, маленькие отверстия тут. А, это где вот эти вот ниши. Вот. То есть, получается, как душа сюда улетала, да, в эту дырку. Но там же еще эти фрески. Очень интересно. Ну, фрески, может быть, уже недавно сделали, не знаю. Вот все вот эти трубы интересные, да, все время везде, посмотрите. В общем, знаете, вот это похоже действительно на поселение человеческое, вот это именно, в которое мы, в нашей обличье, расы. Похоже, потому что все такое, вот кроме вот как вот этих вот, как этих церквей, сделано как бы под размеры человека. Поэтому... Тут у нас сзади эта церковь. Тут у нас сзади все еще идет, продолжается, тоже соединяется с домом. Да, тут вот еще дырка такая, смотрите. О, окошко. Опять вот это явно тоже к церкви относится, вот это окошко. Это та штука, видите, восьмиугольная. Это явно. И тут дверь, дырки, посмотрите, такие идеальные. Вот, смотрите. Это я уже вышла, знаете, так уж, чтобы закончить с этой церковью, понимаете? Как бы... Он меня спрашивает, я ему говорю, видел, что там нет алтаря. Как бы. Andiamo là, mi sono regalato tutto, io manco c'è gelato. Mi sono regalato l'acqua di nuovo. Он мне говорит, так скажи мне, кто, просвети меня, мол. Ну так, знаете, сарказм тоже немножко. Я говорю, что ну как я вот. Ну, а, нет, просто я говорю, смотри, ты видел, говорю, что сзади, как бы где алтарь, там нет алтаря. Там как ванна. Понимаете, там углубление. Вот. И за место вот то, что мы видели, огромное, шикарное алтари, вот эти, как с ротондами, там это, богато украшенные в Милане, тут ничего, один стол. А потому что не должно было, или это аппарат улетел, может быть, я не знаю там. Но факт тот, что сзади, вот это просто простой стол, а сзади углубление, понимаете? Как ванна какая-то. Или вырвали с корнями, не знаю. Вот. В общем, он говорит, объясни, как это, почему это тогда. Я говорю, я не могу. Я, знаешь, если бы я могла все объяснить, извините меня, я бы просто могла бы, наверное, что-то такое сверхъестественное делать. Но я не могу, к сожалению. Вилла Марина. Тоже все кошечки. Видите, все как-то... Но опять же, это тоже все-таки сложно выполнимо для... Но по размерам это подходит под человека. Я вам говорю, что ходишь здесь и чувствуешь себя нормально, как бы. Без... Тебя ничего не давит, понимаете? Вот, тебя ничего не давит. Вот, что я хотела сказать. То есть ты чувствуешь себя здесь адеквата. Как это по-русски? Ну, в общем, человеком, короче. Вот. Четыре минуты. А, окей. Так, мы идем в бар.
Гера. А, окей. А, мы идем. Где мороженое? Вот. Все пьют алкоголь. Ребята, здесь вообще, здесь просто как бы рай. Рай алкоголиков вообще. Просто рай алкоголиков. Ну, священно, это я парадиз для алкоголистов. Вот. И поэтому... И аква бьенте, кому солито, натурале. И бас. Вот, ладно, он мороженое покупает. Так, я сейчас покажу вам. Ну... В общем-то, уже... Ничего особенного нету в данный момент. В общем, пока я отключусь, потому что не могу так снимать, когда нечего снимать, понимаете, как бы. Тем более мне надо немножко отдохнуть. Потому что я уже замучилась не бороться. И поэтому, посмотрите, кстати, у наша вымощенность везде. Вот, ладно, ребятушки, я пока с вами прощаюсь. Пока-пока.